Так, добрый день. Сегодня такой же классный день. Он опять с поварёшкой. Повар, короче. Но сегодня варить добровольно вызвался, потому что завтра уже чувствую, будет ремонт машины. Запчасти заказал кое-какие. Автомобиля то один суппорт поменять теперь, а задний я так психанул, взял сразу задние два, заказал, и все, как лампочки, то есть одна сгорела, меня обе. Так вот, завтра с суппортами, а сегодня будем варить. Буду сейчас готовить все вот здесь. Соус для шпагетти. Начнем, что вот что. Во-первых, опять на мангале, да? Вот. Сейчас мы, короче, будем вот этот вот фарш обжаривать. К этому фаршу вот тут еще несколько ингредиентов. Так, лук, чеснок. Самое вообще важное, наверное. Сегодня еще добавим фасоль оси. Томаты, конечно, такие будут. Плюс оригинале. Морковку сейчас надо еще мелко покромсать. Ну и как без приправ, да? Кройтер. Такс. Ну все, в принципе. Фарш обжариваем. Вот это надо порезать. Это порезать. Удобно на улице, свежий воздух, стоишь такой, щелк-щелк. Порезал, но он пойдет в самую последнюю. Лучок добавили. Осталось там фасоль. Ну и томаты в банке. И тут, когда это все подварится, чуть-чуть чесночку, шпагетти. Вижу, такой будет соус. Да. Жалко, конечно, запах на YouTube не передается, потому что пахнет нереально вкусно. Для себя сам тут открытие делаю, постоянно какие-то тесты провожу. Вот. Там это с чем смешаю, это с тем смешаю. Пробуем.